Телекомпания «Новый век» совместно с медицинским центром «Гиппократ» запустили проект по преображению «Новое я. Воплощенная мечта». Участница проекта Сайзана, ей 38 лет и у нее 4 детей. Наша команда профессионалов поможет ей полностью преобразиться и начать новую жизнь. Сайзана, расскажите немного о себе. Мое полное имя Харачагай Сайзана Владимировна. Родом я из Кызыла. Мне 38 лет. У меня 4 детей. Старшему сыну уже 19 лет. Старшая дочка, ей 17 лет, она учится сейчас в 11 классе 15-го лицея. Средняя дочка 6 класс в 5-й гимназии. И малышка наша, ей всего 3 годика, она ходит в детский садик номер 36. Муж у меня работает водителем. А чем увлекаетесь в свободное время? Ну, я люблю петь. Я очень люблю петь. Я играю на фортепиано. Это у меня благодарность РШИ, пою. Также в машине включаю свою фонограмму и начинаю. Также на полную... и в душе, наверное. И в душе. То есть я везде люблю петь. Ну, там, что там люблю? Сшить. Правда, для этого чуть-чуть надо, конечно, побороть лень, но все-таки получается. Ну, это очень хорошо. Вы и развиваете себя, получается, и развиваете своих детей, да? Да, дети, конечно. Я чем горжусь, что у меня старшая дочка как раз сейчас, она является участницей вот этой вот молодежной кей-поп группы Twinkle. Uh-huh. Сейчас. И она сейчас танцует у меня. Младшая дочка тоже участвует во всех этих, ну, в классных делах. То есть всегда у меня поет, танцует, молодец у меня. Ну, в принципе, горжусь своими детьми. Я долгое время мечтала, конечно, преобразиться. Но в силу того, что у меня много детей, я многодетная мама, 4 детей, муж, дом, хозяйство, работа. У меня как бы не было времени заняться собой. И когда вот появился такой шанс, я этому безумно рада, я это очень рада. И, наверное, это все неспроста, потому что моя фамилия Харачагай с тувинского на русский переводится как «ласточка». И я буду первой ласточкой данного проекта, я этому очень рада. Примером, скажем так, для остальных женщин, остальных девушек, у которых имеются проблемы. И как бы глядя на меня, может быть, они вместе со мной будут тоже идти к правильному решению пути. А сейчас мы отправимся в нашу студию, чтобы узнать, что ждет нас далее в проекте. Сайзана, привет! Привет! Ты хочешь измениться? Да, я давно об этом мечтала, и я рада, что мне выпал такой шанс. Отлично, мы тебе в этом поможем. Ты встретишься с нашим косметологом, пластическим хирургом, психологом, стоматологом и стилистом. Но ты должна понимать, что работа над собой требует много усилий. Ты готова? Да, я готова. Тогда я пожелаю тебе удачи, и ты отправишься сейчас к пластическому хирургу. Спасибо. Сделаем блефаропластику верхний век. Верхнюю блефаропластику делаем. Вот здесь. Так, вот по линиадру, вы посмотрите, вот эта линия. Вот это, если вот отсюда мы отслоим вот кожу, да, вот отслоим, потянем. Там это есть фасция такая, мышечная поневротическая. И кожу берем, и вот так оно поднимется, контур лица более-менее четче становится. Да, лишнюю кожу отсюда берем, вот эту часть примерно будет, закроем. Да, липосакция подбородка, вот здесь, шейной области. Подбородок, шею чуть-чуть вот отсюда возьмем, вот именно вот эту часть. Отсосем вот этот жир, уберем. Макс лифтинг сделаем. Это получается подтяжка лица. Короткорубцовая подтяжка лица.
Так, тут отсосем вот здесь. Вот эту липосакцию сделаем. Вот тоже липосакция. Диастаз мышцы живота имеется тут. Анализы ваши я посмотрел. Противопоказаний к оперативному вмешательству нет. Так что ваши желания будем исполнять. Назначаем дату операции. Встречаемся. Наша отважная героиня сегодня совершила первый шаг на пути к полному преображению. Я готова меняться. Смотрите продолжение в следующую пятницу на канале «Новый век». А также вы можете следить за шоу на YouTube-канале. А о том, как проходят съемки, вы можете посмотреть на странице в Instagram «Новое я. Воплощенная мечта».